были. Кстати, как бы, такой интересный был в начале этот нолик. 26 кадров. Очень интересно. Сыр колбасой просто херачил. Вылезет, если игра не вылетела, все хорошо. Очень интересный нолик. Заходишь такой, сыр колбаса. Собираю нолика, как ты там? Да? Сейчас. Сыр с колбасой, это его уже порезали пора. Когда он начал собирать. Yeah. Там смотри, короче, если лужу разольет, главное мне не стоит. Такую, типа, круг появляется, огромный желтый ободок. Видно. Вот с него выходить надо. Вот шпиль, короче, если разрушение, то можно игнорить, а воссоздание неплохо было бы убить. Разрушение как бы рейд убивает нормально, он там за три коста убивает рейд. Какое разрушение? Да, хит, рейд, который никто не хилит или чё? Ну, типа, приколи вот ты соло. Это так. Раньше, короче, там один каст пропустишь, танк умирает. Сейчас там, не знаю. Сходить вот попиздить, чтобы просто ренегат принять. И там, скорее всего, там же, если вармод у них не включен, ты не сможешь. Ну да. Ренегатов там только так идут под ноликом. Бля, нормально, чисто за счет тотема выжил, нахуй. Так пару раз всех хильнул. Я бы просто воины пофармил бы. Че похуй, там же оба. Не. Не хотите в Макс? Да. Пока не умрем. Ну уже 6 Макс. Не умрете. Там 25 тел не нужно, это оверкил жесткий 25. Потому что там, ну, я говорю, про насильники как-то проще умереть. На пол. Нехуй делать. Да, здесь. Да. Можно всегда падает. 30. Можно хрень упасть. А он не всегда падает, шмот, ты что, он это наивный. Там типа сделали как шанс, ну, вот, как если бы ты типа стоит. В рейде полутал, понял? Такой шанс из сумки. Там только на танка со щитом нормальная триня, и то не с босса, а с самого Толгорода. Нет, чё, кастерский щит там 200, как с опыта. Стамина и абсорум, это полнейшая хуйта. Это чё за рейд, бля? Алло. А какой лучше, хорошо? И бульте мне. Я это торгую. Типа как раньше, как мировой босс, типа, да? Ну да. Да. И раньше прямо с него всё падало, а не с сумки. И раньше такой был охуительный чел, сыр с колбасой. Он себя возомнил монополистом на этом боссе. Ну, типа, когда продавал, был. По факту. И никому не давал другого. Да. Это, кстати, ну, нормальная тема. Так ты должны быть мировые боссы, типа, такими и должны быть че. Ну, отчасти, да. Типа, это же, ну, когда нет суть мирового босса. Когда люди сами ничего этому не противопоставляют, блядь. Ну да, ну что, могли бы собрать. Он еще активно мешал, да. Типа, когда другие любые... Ну да, там бывали, ну, да, моменты, да, и, кстати, сыра выгоняли тоже асгарды, ну, очень часто. Так что... У меня даже, типа, ну, типа, видос есть, не знаю, с сыром или нет, но, короче, какой-то чел тоже я собирал, и мне начал мешать там каких-то пару типов, начали, типа, мешать. В итоге мы пару раз вайпнулись, а потом они начали свой рейд собирать. Скатерть типа. Ему дорога там, где он на X5. В итоге я, короче, начал собирать просто PvP-шеров против них, так и пишу, типа, на PvP за месяц, ну, типа, на Норика нужны челы, PvP мой. Собрал просто рейд PvP-шеров, мы их гоняли по Телгороду, не знаю, часа два. Так, по-моему, я был в этом рейде. Кстати. Ну, может быть, да. Ну, короче, да, на видос да, есть. Был в этом рейде. Просто там есть. А да, потом да, в конце да, да. Мы, типа, как и полагается, убили Норика, потому что он это как кульминация. Мы ж, типа, ради него-то и это все делалось, по идее. Почему тебе убили просто Норика?
Вот это охрененно было. Тогда я понимаю, мировой босс. Чё-то. А в начале, когда он, короче, вообще только его выпустили, там падало, короче, на 40 человек, две шмотки. Я когда собирал одну из них, анролил, конечно, немного кринжово было, но... Типа, одну из двух шмоток на 40 человек анролить, это как вообще... Эх, вот это было весело. Чё, ты Войт идёшь? Конечно. Покурю. Кстати, второй танк тут не особо нужен. У тебя есть там доспех на варе? Тут, в принципе, танк, по-моему, там не нужен, не? Ага, лоскутик оторвёт сразу. Тут два танка нужно в этом. Я с собой танчил. Вы мне, короче, ещё такая эта тактика объясните, ладно? Ну, что ты делал недавно? Я уже давно тут не делал, у меня врачи. Ну, тут просто. Садюсь. Лоскутник милики могут подойти для этого близко. Танцующий? Там не танцевать надо, на этом, да? Чё? Да-да-да, Хейген. Там просто все заходят на это, наверх. Ну да, тут уверенно. Можно на коня, короче, умереть, если кто-то подойдет к этому челу, который кидает. Танк его пули ставит на дальний уголок. О, я, кстати, вчера спекнусь. Все стоят на противоположном уголке, типа, и до них не достает этот замедло. Ладно, покурю. Не, там один раз, типа, будет. Там. Интересно. Не-не, все равно там, ну я не знаю. Побольше, тогда риск умереть на остальных боссах больше, соответственно. На том же Тадиусе. Ну да, там как-то милики, короче, его просто не бьют вообще, а РДД подальше стоят. Я кстати, не помню, сколько ходил, я так и не понял механику. Короче, что-то есть. Что-то в этом есть, просто мильки не пью. Ну-ка, ну-ка. Забей прочно миликами. Ну да. Три вара в самый раз. Не, мы ходили в прошлый раз, там вроде милики били и все нормально было. Главное, чтобы ломка точно знал, что происходит. А 50, какая-то карта нету, я прям... Ванич на арене, Талвир, нафига. Боепропуск. Талаку. Че, я вроде на той неделе тоже против Вани встречался. На арене. Давно было. Кто у нас танк по итогу? 16 тирус. Чего вы его погони не ищете еще? Что-то десятку просто пойдем и там маунты сделаем реально.
Я думаю, ему надо было типа именно 25-ки, 10-ки есть, может. Да. Ну, надо собирать, короче. А потом обосраться на ласте с кругами. Или обосраться на плюс-минус. Ладно, круги, блядь. У нас, помню, какой-то дебил начал пулить всех пуджей, блядь, которые там стоят далеко, они бьют. В одной из этих у них... Они выйдется слева, типа, если на босса смотреть. Через одну. Выходите в десятку. Блин, десятку все-таки. Так мы можем этим составом и 25-ку ебнуть так-то. Ну, можно попробовать. А, да, реально хп мало, то бокс вообще. Че пробовать, типа, я тебе говорю, в 6 тел убивали. Все, гоу. Вот так. 25-ку? Да. Так, что там ачивы какие мы вообще делаем? Во-первых, бессмертный. А, ну это понятно. Помимо, что-то надо там на маунт? Там надо еще Малигос 25, но у меня ключ есть. Наверное. А, там, короче, какая-то залупа, надо вообще пощекать, что-то нам. Просто... Можно большую часть ачив сделать. Если... Там почти все стакаются с бессмертным. Как она называется именно? Слава рейдеру? Да, слава рейдеру 25 вроде. Надо. Вся комната пулится с лоскутиком. И там пару с прошлой комнаты тоже. Великам лучше не подходи. Куда не подходить, босс? К скутику вообще великам лучше не подходить. Везде дает, типа, всем великам. Особенно 25-ки. Че, если, типа, на первом боссе умереть, байпнуться и обновить инст, можно заново пройти? По-моему, с фиксом инст. Ну, в десятке сейчас были, типа, недавно, в среду. Милики не получили пизды, просто потому что они были очень жирные. 25-ки она бьет больнее. Давай я по факашам, мне похуй, в принципе. Просто не надо. Просто постоять. Босс и так умрет быстро. Не надо рисковать. Просто не подходите, или умрете. Сейчас просто один. Отойдите, отойдите, он сюда дойдет. Ну и что, мы будем на него смотреть? Ну, и на бар сейчас подбежит. Че, мы бара-то не ждем. Смотреть лоскутика, где сепестрация все надо.
и достает. Блин, ну это будет долгая эпопея. Ну, конечно. Попахивает тем, что нахуй не надо. Давайте лучше в РС пойдем. Не, просто два часа сидеть в Наксе, я ебал. Давайте 10 боссов убьем и все. Ну, блять, ровно в десятке Миш делаются. Полчаса. В идеале хотя бы звание. Эти, кстати, слизняков нельзя трогать. Похуй, они не убивают. Неожиданно, да. Но гиро дохуя. Нахера ты их собираешь? Ну, они мешать будут. Ты не будут не мешать, сверху бы убили и все. Сверху похил больно. Зависло, кстати, эта хуйня. Да, у меня тоже зависло. Эх, эх. Там и Чиги завис. Ну бросят просто опять. Супостаты. Как раз сорта ремонта. Найс бессмертный был сейчас, походу. Если не на боссе, можно умирать. Ну, если не на боссе. Х1 упал. Как жалко Х1. Как жалко, ну, пыль, блядь. Вот бы он никогда не вставал. Наверное, из-за этого и вас подлагивают. На Форбсе все хорошо. Я, кстати, на X1, блядь, хардкор прошел, нахуй. Они, наверное, прокси на сервиак X1 валили, и теперь X1 падает, и прокси падает. Чё, ты, Редвар, прошел ХК? Да. С первого раза? Да. Пол один, но, блядь. Нормально, тем. Там вообще есть, нахуй. И что получили? Не, ну тут как бы... Только удачи тоже, когда ты можешь просто наткнуться на 10 мобов, которые в одном просто буквально фрейме стоят. Там против вообще похуй, там хоть 20 мобов, там хуяришь пачку нахуй. В Наксе нет удачи, в Наксе есть скука, блядь. В крайнем случае баба нахуй и камень, блядь, и домой нахуй. Починили, уже так нельзя. Вроде же изначально так не должно было быть возможно. Я не могу зайти. Капец. Все, кто не убивал ТС в 180-м шмоте, как бы слабые. Бля, я не убивал. Слабый. ОС. ОС, бля. В 180-м. Ну, попробуй убей, блядь. Это челлинг. Да. Это челлендж на скиллуху просто, блядь. Так, а я босса пойду, да. Я забыл. Я забыл, мы ВК делали без смертей, блядь, помню. Да. Эй, помойка. Ну как, если
шмоте перед ВК, то нормально. То есть, блядь, ачива. Т-10, то помойка. Там же ачива вот это меньше. Это там, поверить, Т-10 было тяжело у нас. Ну, потому что инвалиды, ебаные. Конечно, блядь. Поэтому им было тяжело. Половина инвалидов, да. Там все проблемы были на чемпах. Посланника титанов тяжело делать, вот это да, тяжело. Убить льду в гире с ульды без смертей, блядь. Погоди, посланник титанов там чисто да, галон. Галон надо убить. А, ну значит 7. Я путаю. Ну там вторая ачива, которая вот, убить льду без гира, превышающего ульдуар. И нету. Без смертей. Ну, в смысле, это только ВВК надо есть. Надо было играть на Афе или где-то на Реалме, ВВК. Где-то открывалось. ВВК есть такое. Да, на Афе, да, есть ульдуар такая ачива, и причем ее добавили, когда уже было это ублюдское сжимание шмоток, и приходилось, короче, типа, собирать себе разные сеты предыдущих этих, они по статам были лучше. На Афе хз, на Сирусе нет. Потому что на Сирусе бомжи в Т6, блядь, не могут убить. Целка. Кстати, но... Хражан ХМ сегодня 280-е типы. Не в сложный сука. Босс. Я бы сдавался. Убью два лоскутика, приду. А вот с песика, по-моему, да, меч падает? Нет, это Армагеддон с лицем всадников. Блять, второй еще свейдился, ну что за ебалово. Локи, знаешь, в деревьях не растут. Ну да. Это... А, это у тебя на Брэдкой. Но БТ Локи ты делал. Ну да, чисто самой. Кири, после РТ на выходных, пожалуйста, покикай бесполезный балласт, блять. Я знаю, я так и собирал. А за шоу льду ты перенесли? Челиков, которые, блядь, не знают, что такое фласки, блядь, и так далее. Нахуй. Так, а чего ну, так? Пускай ради рофла один раз рейд зайдет, посмотрит, насколько это не туда он попал. Чтоб на будущее головой думал, блядь. Я просто не понимаю, нахуя они в принципе донатят себе Т6, блядь, и потом инвайтятся в гильдию, блядь. Не, ну который без Т6, там это ладно. Если ты можешь себе задонатить Т6, ты можешь себе задонатить ебаную голду в магазине, блядь. Это вот таких-то ребят как раз-таки в первом статике надо посмотреть, блядь, а не у меня. У меня там буквально один блядь таких. Я мажу по... Да, он свейтился хороший. Сука. Короче, убивайте. Нет, снова зависит. Что запрет? Дойду, наверное, когда-нибудь. Блять. Да, еще у меня квест на руны что-то. Или просто можно собирать. Опять лаги. Третий раз Сартарион уже почти добил. Я говорю, я смотрю сейчас, вот, ну, Сильвер играет на X1. И, типа, Максим, Сартарион убивает соло. Бля, я же бью его соло. Тебе третий раз его почти добил. 15 минут унижения, блядь. Какие 15? Ты чё, 3? С 3 минуты он выпадает. Это плюс 3? Нет, так и нахрен мне плюс 3. Да и плюс 3 там можно откинуться вообще, да, от трехмонов. Слабак. Не ретро-паладин. Нет, конечно, в протесты убью. Блять. Их в ШП убиваю, Макс. Плюс 3? Нет, так, нет, в ретро паладине он, не знаю, в татахами что-то больно. Да какая разница за 3 минуты или за, ну, там, 2? Ты будешь стоять и себя хилить просто вместо урона. Да. Чё, какой сам... следующий квартал? Непрофитно. А мы еще не прошли этот. Блять, слабые. Еще плюсы-минусы. О! Не, ебал, туда далеко идти, блять. Но нам нужен второй подхил. Типа, слева один хил, справа нужен подхил хотя бы.
А чё, тут в танках пека сошёл? Можешь, да, в принципе, но в любом случае хил нужен будет, потому что там аллоги идёт. Паджиков нихуя не убили. Теперь мне приходится их убивать. А паджики они резко сошли. Первая налево, вторая направо и всё. Иди налево. Так, надо Диего вернуть. Да, он всё-таки умер. Ну надо, ждём Дервич. Типа всех, кто слева откиснет, потому что я не смогу их хилить. Там желтой жаги не хватит. Да делаем так. Все, у кого плюс, стоят слева от босса. Все, у кого минус, справа от босса. Если смотреть сейчас. А потом он меняется и... И замыкание, блядь. Не, надо просто рэнш набрать и убить его, ну. Или так. Посмотри, ренжа достаточно, чтобы милики с одной под одной ногой. Ну главное, чтобы щиги пошел под ногой. По-любому. Я в танке. А, ты в танке? А зачем? Не, ну ты зря спекнулся. В танке, а можно я так тактику? Я спросил, меня в танке, сказали, да, спекайся, я спекнулся. Нет. По голосу, я не знаю. Ты в ДТ? Тут просто направо мобик, кто сейчас сагрит, ну там вары желательно, щит просто оденут и потанчит этого флогина, и все. А самого этого пигана тогда чиги пойдет бить. И редвар войд. Или чиги ДК. Не, ДК там нормально вообще дамажит? Не понял. Лут. Такое. Ну, пускай тогда чиги и редвар идут бить, там один слева, другой справа ноги встанет просто и все. А вы останетесь там на платформах так, чтобы еще подхиливать могли с края. Как раз войд справа останется сверху, а зевис слева. Да, если мы не будем делиться на плюс и минус, то я стану прям под стеночкой, босс и танчик. Ну да, ровно отвернешь его туда, в эту хуйню, фонтан. Только у него фрейм огромный, и прям в нем стоять не обязательно, чтобы бить в мили. То есть можно даже третьего милика еще поставить. Теория, да. Нет, да, оптимистично третьего милика ставить. Ну, можно типа не рисковать. Там, ну да. Третий милик это танк. Я стану в середине и буду хилить левую и правую сторону. Там же надо хилить. Там и большой рейндж просто надо набирать. Если не соприкасаются, то вроде даже вообще не дамажит. Ну там шипы, там тотем, я еще, короче, стану туда справа. Чем? Там подойду под хилю. Вон чиги. Шоп. О, гол. Да-да. Какая-то консаби. Равномерно, главное. Мы чуть быстрее убиваем слева. Нормально, убивайте одновременно. Это нормально. Хойгена быстрее. Затаунти, затаунти, затаунти. Что, ты вой тут ставишь? Справишь. Очень близко стоит Редвар. Не надо подмогать. Максимально рейндж автоатаки. Чиги под хил.
Достаю нормально. Ладно, все, разойдитесь. Да стой на бар. Я с чайваркой касаюсь. И с твоим варом. Я их дамажу. Там духа до кучи. Что у тебя с 10 тысяч там становится, 13 тысяч СПД. Чего он пошел прогресс? И усиливается талант. За пароли, конечно. Наслаждайтесь своим триумфом. Да? Ну, не коснулся. Я прикасался к вару и это. Второму вару. Ну да, электрический шок мне тоже нужен. Кого мне съесть первым? Сложный выбор. Все они пахнут так вкусно. Надо было, наверное, ренжам бить, чтобы медичком не подходить. То есть пока я отвернулся, вы его запустили и убили. Там отход даже был. Нет, там дверка была. Ну, далеко остался пока. Осуждаю, ладно, две руны есть. Да я тут вон Санька заебаю личку. А, тут будет личный, чё. В январе через Краснодар поеду к Насте. Саня написал, когда, блядь, говорю. Я говорю, через Краснодар ебашу. Говорю, погнали, словимся.
Да, надо все-таки как-то тоже словиться, поймать момент, блядь. Киря, надо. Надо. Ну вы тогда там что-то не хотели выпивать. А в смысле не хотели? Ты где-то проебывался. Тебе Настя сколько писала? Ты нам приехала. Да в смысле? Погнали, ты нихуя. Ну, потому что я еще был не готов немножко. Ну. Мелкая не пьет. Мне-то похеру, я могу и... Я сам там в дело прошлого просто не бухаю сейчас вообще. Не, ну, за встречу-то можно, конечно, делать. А даже пиво не пью вообще. Блять, сон. С моей новой работы можно пить эту, блядь, валерьянку литрами. И внутримышечно ее себе колоть сразу, блядь. Внутримышечно, вот и вена, блядь. Не, у меня тут вроде более-менее. Не, ну в целом нормальный кирчон. Во всяком случае, от цирка и до цирка ездить нормально. Из ЮЗ. Полчаса бабушек жалующихся и все охуительно. Тут если на Ачиву, то надо отводить этих малых. Ну, у нас один танк. А чего, какая? Они убивают стражей? Я уж не помню. Не, типа не снимать с ней бешенство. А бешенство снимается, если убиваешь стражей. Хотя она никогда не работала. Не знаю, ты просто заливаешь. Или в десятке, или в 25-ке можно вообще просто залить все, и она даст все равно. Блин, не коцает. Там... А во второй надо отвести, короче, эту свиту. И можно ее убивать. Оно не работает, так написано. Наверное, у меня была чего. А где дырка с телепортом? А, это еще не последний. Ебать. За что? Мекс еще. На какую хуйню вы меня подписали? Ну еще мекс не душная. А там вкопаны без КД кидала. Так, подожди, что-то надо сделать. В любом случае, какой-то чип хоть одну, блядь. Да 4. Настя, пойдешь помогать? Я не падут как один, не зерженька. Так, ходи, я еще не убрал лук. Клуб 100. Вот клуб 100 надо сделать. Ну все падут как один легко. Главное не подойти. Надо за танк. Творки, да. Ну мало сколько. А зачем тогда играть? Тюфер. Ну щики тогда еще спекнешься на советные. Есть же Void ДК. Ну или Void, да. Тогда еще там вы с одной стороны как раз спать ему, да. Потом там одного ДД надо будет закинуть. Я еще понимаю, там типа на фе там, типа чуть-то сюда, ассистент. Я говорю, а зачем тогда играть вообще? Типа, чтобы было. Наслаждаться игрой. Ты играешь? Ну, а я наслаждаюсь Ачиву делая. Делаешь персонажа. Делаешь на нем циферки, там левела. Понимаешь, что он нихуя не дамажит, потому что у тебя руки из очка. Забиваешь на игру. Все просто. Делаешь редко. Тоже вариант. Идешь на солоку. После пары раз у тебя болят щеки, жопа, рот. Ну, как бы, все нормально. И ты снова забиваешь на игру. Дальше свое. Понимаешь, что игра 12+, для тебя не создана. Все нормально. Потом делаешь красивый трансмог и сидишь на лагане. Тегаешься в банду из Элвина. Все хорошо. Жизнь удалась. Покупаешь? Говорят, 0.2.3 там в гильдии. Прям говорят? Прям. Говорят, челы стоят на 2.3. Не, ну там как бы нормально. Дениска мне пишет. Как каждого нового босса писал раньше, во всяком случае. Как это убивать, поэтому норм. А сейчас не пишет, потому что каких нового босса нет. Ничего не пишет, ну просто новых боссов нет. Надо будет убивать. Я с собой паровозик хуйни веду. Наслаждайтесь. Это типа фарм получается. Ну да, читал.
Я сразу ее веду к стене этой. Она умрет раньше. Всегда есть вариант сделать демона, написать в Асгард и вас принять. А что, туда всех демонов берут? М? Туда всех демонов берут? Ну да. Ну, Ростика же взяли. Вон тот еще демон. Так его взяли там в третьей стадии, я смотрел, у них там вайпы на Зорте штук 5 или 6 было. Ну да. Ну там просто Никита писал тему, что это типа демон бафает, да хуя, давайте порежем. Ну, вот бы. Логичный вывод, что просто демоны нихуя не дамажат. Я так понял, его какой-то третий или какой там статик взял. Это не богато. Ну его просто. Просто взяли. Это близко. Здорово, что делаете? Не спрашивай. Заходи. Хуйней страдаю. Да не, вы чё? Нашел кому это сказать, блядь. В смысле, блядь, ты чё, зря паладина качал? Он недавно ж эту рыбку словил там. Я вообще дал раз кулинарную награду получил. Пора и остальные чего делать. Денис. Чё? Когда я увижу твои розовые булки на РТ, блядь? Да я для Голдрана оставил. На Голдран? На ОБТ тоже на Голдран будешь ходить, блядь? Причём то ОБТ? Ну при том, что на ОБТ тебя нихуя нету. Потом будут там тупые. Там подпивасная. Ну, потом будут тупые вопросы, что тут делать, блядь, и ебалом в пол. Я быстро разберусь. М? Я быстро разберусь. Блядь, быстро разберусь не надо. Надо, чтобы. Там сразу... хули нихуя не сегодня рабочее было, что-то уходить, блядь. Там два босса рабочих, блядь, третий не рабочий, блядь. Ты знаешь, как первый два босса? Манекен, второй, блядь, тоже манекен, блядь. Ну, блядь, ты знаешь, как убить или нет? Блядь, я же был на одном в этом. Ну, просто обсираться, блядь, из-за того, что ты не знаешь, что там делать, не хочется. Я думаю, ты сам этого не хочешь. Бля, я еще думаю, 100 раз все поменяют, блядь, круто, но это вот вообще... Не поменяют, они полностью рабочие, блядь. Соизволь свою сраку затащить, блядь, когда будет следующего бута. И посмотреть, что там делать. Жден, я объяснять не буду, блядь. Я думаю, ты сам прекрасно понимаешь, что как бы надо. И чем это чревато? Просто если не будет осознания, что там делать, проще взять какого-то менее ДПСного челика, который понимает, что там делать, блядь. Тактики там особо нету, но все же. Так если нет, я просто буду бить. Блять, ну ты придешь, ты будешь на него первый раз смотреть, да? Я вот буду полчаса. Блядь, уже я уже был. Ну, я буду полчаса тратить, рассказывать тебе, что Аляру нужно дать по себе ебаную салибу, нужно перебежать туда-сюда, блять. Серьезно? Так это будет как в втором статике. Вот за это каждый раз как первый раз. Какой-то проеб быть, блять, сборы на ОБТ. Бля, ну что-то я давненько никаких сборов на ОБТ не видел. Ну, блядь, потому что ты нихуя не смотришь. Это не видел. Ну, там вся неделя была ОБТ. Когда она там была, блядь, в последний раз? В пятницу прошлую? Ну, да. Ну, блядь, сколько времени прошло? Как только завезут фиксы на третьего, будет сбор. Тут же. Другой вопрос, когда их завезут. Ну, после Нового года, может? Да, конечно, сказали ОБТ на 10 дней, они уже придумали. Они сказали фильяр 2020, кстати. Так же ждем. Нет, так они закроют, потом починят, снова откроют. Ну как, типа... Ну как починят, что-то сделают. Чё, прямо на платформе его ёбнем, блядь. Ну да. Кто мне пойду чай делать, типа? Надо на платформу залезть всем. Магом тоже.
Пацаны, последний осколок до бруля нужен, сука, не падает. Ты бы его просто проходишь, там выпадет еще. Зачем? Они у тебя и так апнуты. На один вообще, на одном примере. Я вот на ДК полутал единственный брюлик. Собрал его, так сказать. Потом и крови. Победа. За кем цепануться? Я себе такой однорукий и щит взял. Охуенный транс. Цепанулся. ДК, ты шо ходишь? Зачем мне нужны однорукие, если есть громовая ярость? Он тоже хуйня с бомбой. Потому что, да, не всем нравится, как она выглядит. Я тебе больше скажу, мне вообще не нравится, как она выглядит. Я так и хотел сказать, но... Ну, хотя бы за спину. Не, у меня щиточек так красиво на спине. Он небольшой, но он зеленый и охуенно смотрится. И молоточек сбоку тоже красиво смотрится. Там жаль, что нельзя, когда смотришь, сразу померить, как он будет вне боя смотреться и как будет смотреться в бою. Ну, можно в примерочный волк найти такую же шмотку. Только стак. А потом ты купишь, и, короче, недавно видел тикет. Че, надо споры? Либо чтобы на всех взорвались, либо чтобы не в мили. Нет, я думаю, потому до спор вы точно не успеете. Если в мили, то я не смогу огромно передавать. Спор не успеете. Надо, чтобы хэпал стал, если есть старендж. И включил низ. Про это о чем можно забыть? Я попробую смешиваю. У меня почти 60 уровень ВПшки. Нормально. Че, может, даже успеешь? Че, поехали? Что ты думаешь, я могу не успеть? Конечно, 60 это, ну, я бы сказал, что почти половина, но еще даже нет. Там же ж увеличивается постоянно опыт. Там еще скоро 4 дня, да? Ну да, я же говорю, если ты так же больше успеешь, чем... Ну, я не знаю, ты там PvP проходишь вообще? Я пока сейчас мало бегаю. Я бы просто... Ну, блядь, это я какое-то время много побегал, у меня вообще, блядь, не пизда. Короче, его можно, если прям было все дело, то без PvP пройти. Бля, на БГ ты почти сам соло ничего не решаешь. Там, бля, я БГ, да, короче, ладно. Смотри, я советую, как я делал в прошлом смотрите сезоне, спору, оставлять, бля, просто на потом. Все, что типа бля, вот эти большие квесты БГ, оставлять на потом. А потом ты сразу там все проходишь. Там, потом сразу все там. Сыграйте на БГ, побейте на БГ, нанесите урон, захватите флаги, все одновременно делается. Взорвите спору в РДД, одна уже мили взорвалась. Жачила за ворота. Надо пойти поцелуй сделать. Мы с меня сейчас стрелы. Нормально. А я говорил, обычно. Нету скидки. Скидка, как на БП говорил, нету. Есть. Ты купишь мне ВП? Так у меня уже нету денег, я все потратил. Скидки? Так они же закончились. Ну на Новый год, значит, скидка будет. Я успеваю. Ты что, богатого нашел, что ли? Уверен, что прямо на Новый год будет, а не там в феврале. Ну я уже все купил, что хотел. Даже транс я уже не буду больше покупать. Ну только если они не добавят с этого нормальные трансы, а они не добавят. Не, я говорю, вот за 36-го ялку очень нравится, но вряд ли они... Вряд ли они мне его отдельно продадут. Ну чё? Вопрос цены, меня... наверное, но... Ну вопрос цены, но... Главное, на вопрос цены 36-го ялки будет, блядь. А у тебя какая сейчас? 30-я. Сейчас глянем, что там до 6-й надо. Ну ещё ж... Да дохуя, можешь даже не смотреть. Да не, у меня есть табличка там до 45-й. Так, 30-е. Там 1600, наверное, два, один раз. 36. Ну да, это, короче, в 5 раз больше, чем ты. В чем в 5? Ну потому что вот надо, типа, на 30-ю надо, получается, 25 тысяч этих очков лояльности, а на 36-ю, на 30-ю на 25 тысяч очков лояльности, а на 36-ю 125. Ну это считай на лям закинуть. Ну лям 250, да. Ну там допами дохуя. Ну да, да. Ну, типа, если сразу там плюс 25. Ну и доп, на самом деле на 30-ю я больше закинул, чем 20, чем 250. Ну там, видимо, ну единоразово если нести, то типа нам да, хватит. Потому что дохуя. Сейчас же еще видишь, до 31-го первый раз донатишь, да, там, блядь, очень типа. Да, X2. X2 там.
Ну, там какой-то лимит есть, по-моему. Я помню, когда первый раз заначал, я закинул столько, чтобы было максимально, вот, минимальное количество, чтобы было максимально дополнительное процентное бонуса. Сейчас новичок, наверное, может закинуть 1150, и вот на Черную Пятницу он пиздец закупится. Ну да, это немало, но на самом деле сейчас не сильно много, 150. Мне было бы жалко, типа, на игру столько. Ну жалко, но... И, кстати, это, не на Черную Пятницу не купил шпильку? Не, не купил. А я а зачем его? Я же рядом в танк. Ну не знаю, ну так вот будешь там, я не знаю. Да все равно очень удобно. Вот я, короче. Это, конечно, очень удобно, но зачем, если я не свечусь в танк? Ну. Ну я типа взял на будущее. Мог бы. Может, там, мог бы. Может быть, я в этом. Типа, да, может я в Черном храме что-то потанчу, но такое. Или там, может, надо будет, не знаю, в ПВП другие камни какие-то. Ну, короче. Ну да, ПВП, типа. Ну, я, кстати, не знаю, вот проты, которые бегают в Багане, носят вот эти краски? Да, на блок, наверное. Ну, чё? Но они носят ПВЕшные вот эту хуйню или ПВПшные покупают? Нет, смотри, типа 2Т10 берешь и все в силу, и просто разрываешь против. Не, все в силу, а камни тоже. 2Т10 работает? Все в силу, все в силу, ты там будешь разрывать. Там, так, а почему в силу-то? Потому что все стоит будут от силы работать. От блока они не работают. Подожди, а так 2Т10 работает раз на них? Да, на да. На прикол, конечно, они же не могут. 10 работает, 20 работает, но уже ну нахуй не нужно на БГ. Ну не короче, знаю. Ну типа я не знаю. Да нет, там она нормально на самом деле. Молот 20% это очень сильно. Слишком много теряешь, чтобы получать эти 20%. Что ты теряешь? Крайне дохуя статов, учитывая текущие силы. Фал живет не от статов. Там, если, блядь, его пропуржат и зафокусят, то он все равно сдохнет без хила. Так и так, блядь, что ты там не одевай. А ну, я думал, у брата большие проблемы с маной. Бить, если ему позволяют бегать и бить, так нахуй. У тебя клятва ж постоянно висит. Ты за... Ну, так это если ты бьешь, а если ты не бьешь, то ты хуй сосешь. Да. Плюс ну, у тебя, а точно, да, если дорогой, бить, то... тарелка очень дорогая. Так ты умер и все, и побежал, и опять треснулся с хуйма, побежал дальше. Такая идея в том, чтобы не умирать, погоди. Вся идея про танк, чтобы в самом первом файте залететь и потанчить. Ну все, и танчить все, да. Ну типа ретрики так же делали, в принципе. Идти в хп там усилки или че. Ну так я так и делал. Их тогда не бьют. Я... Ну, ретрик просто еще пизды может кому-нибудь навалять, если его... В прошлом сезоне, короче, это топ чел, который был в БГ. С Волониром бегал и щитом, типа. И, короче, там мне рассказывали, я не видел, но мне рассказывали, что у него там просто он врывается с бури, там столько отхила, что. Что, короче, он просто живет. Да смотря кто против тебя, ну, нормальные РТДшники могут вообще так тебя опустить. Что ты как влетишь, так ты улетишь нахуй. Ну, такая так. Ты влетаешь нахуй, и сразу же Лем тебя нахуй выкидывает, и ты, блядь, там где-то в пизде дрочишь. И смотришь, как тебя уже Контев маг, блядь, разбирает на куски. Ну чё, можно поделиться, можно всем тут остаться. Но если всем тут остаться, появится огромное количество духов. Как только дверь открою, сюда обычно, и будет ауэр. Как есть, так и делимся. Первая пати тут, вторая сюда. Да я знаю, где там есть. И... Будешь... Хотя ладно, там ДД, наверное, про там. Я тут драки последний раз. Идущий маг, вот я недавно минут... 20 запускаем. Где? Сидых холма. А, вот этот здоровый, короче, чел. Да, да, да. Не, я паука искал в этом золдраке изи. Он вот минут 20 назад там был. Зачем? Побей. Там на двух-то, говорят, глядь, что есть. Вот это. Чего? Там говорят, что на двух-то торговцев. Хватит кому-то. 20 минут назад был рарник. Над бухтой торговцев. Ну да, там вот это прям вот, если смотреть на карте бухту, и типа сверху там, короче, несколько точек спауна. Да? А кто там? Там? Гроклар. Гроклар. Гроклар, ну сейчас летаю, да. Ну если его не били, то... И труп можно еще поцеловать, если он валяется, даже если недавно... А, они же пиздец долго резаться, да, рарки.